Всем привет! Да, вас не подводят глаза, я на другом аккаунте Shadow Fight. Это мой второй акич, который я давно заводил. Вот, но заводил его уже тогда, когда, видимо, ценовая политика изменилась. Я решил посмотреть, сменилось ли на нем все, там, цены и прочие вот эти моменты. И действительно, на нем действительно цены намного ниже, чем у меня на основном аккаунте. Я решил этот момент проверить и просто охерел от того, насколько цены, ну, реально разнятся. Потому что, ну, я считаю, что это несправедливость. Я считаю, что игроки должны какие-то делать, ну, все-таки, какие-то должны предпринимать меры и как-то писать разрабам. Потому что, ну, смотрите, 690 тенге, 700 тенге, грубо говоря, да, стоит полный сет, вот этот вот новый, который завезли, да. Ну, ребята, целый сет и 20 сфер на него за 1790. Ну, просто я не понимаю, где справедливость по отношению к игрокам олдам. Вот я вот этот момент не понимаю. И, возможно, не пойму, потому что это какой-то, ну, просто трешанина. Вот. Сегодня я поиграл, у меня было отыграно там где-то две главы, потом я забил на этот аккаунт, но вот решил, собственно, восстановить его данные и посмотреть, что к чему. Немножко поиграл, и сегодня хочу сделать челлендж, скажем так, и пройти товарища Болла, на которого когда-то давно я потратил целых 2 часа своего времени. Вот, и для меня это было нечто ужасное. Но сейчас у него сложность легкая, потому что реально качаться стало легче. Например, с переходом на 3-ю главу мне полностью дали сет вот этого вот ныряльщика, или как он там правильно называется, да. Вот, полностью дали его сет, соответственно, ну, мы можем даже пойти на Болла, попробовать это сделать без оружия, а можем надеть сабли, как в старые добрые времена, просто пойти с данным сетом. В принципе, давайте, наверное, это и сделаем, просто возьмем сабли. Я не знаю, с какими я гонял, по-моему, это были легкие сабельки. Вот, мы можем, собственно, их надеть. Нет, давайте возьмем ослабление, не знаю. Вот, и просто с ними пойти, как в старые добрые времена. Этот персонаж у меня, я ему пол сменил, короче, он был девочка, я сменил ему пол. Вот так он выглядит, вот так вот, вот такого я его сделал, с другим личиком. Вот, мы, в принципе, можем пойти на невозможном без шлема. Кстати, как варик, можно попробовать пройти Болла без шлема. Вот, пишите свои мнения насчет вот этого всего дела, насчет ценовой политики. Мне она вообще просто, я просто охереваю с того, насколько большая разница и какая огромная переплата у аккаунтов, которые были заведены с самого релиза игры. Но это просто, я просто воофигевлен, потому что я считаю, что это несправедливо, и на старые аккаунты тоже должны сфокусировать вот такие цены, сделать такие же, сука, цены, потому что, ну, ребят, ну, мы переплачиваем, пока абсолютно новый игрок получает на протяжении всей игры все со скидкой. Я считаю, а я удивлялся долгое время, почему люди все сеты свои так быстро качают, потому что их донаты настолько мизерные, что я тоже мог бы так уже задонатить и все перепрокачать себе. Вот. Вот такая вот фигня, ребята. Поэтому аккаунты олды, кто с самого релиза играет, да, у них нету рекламы после боев, но у них цены безумно дорогие. Вот. А остальные легко качают сеты и получают все прелести игры, потому что донаты стоят вообще мизер полнейший. То есть я, допустим, с помощью наших бустовчан проводил один донат, чтобы получить 15 сфер на гончую. Я заплатил порядка 5000 тенге. В то время как сейчас можно сет взять и 20 сфер за 1300. То есть вы понимаете, какая переплата колоссальная? Ну это же просто капец. Это просто капец, где честность, я не понимаю. Окей, давайте попробуем пройти Болла. Не знаю, что из этого получится. Решил я такую серию ностальжию сделать. Посмотрим, что выйдет из этого. Мне кажется, это будет забавно. Вот, первым делом это выйдет на бусте, конечно. Я спрошу у бустовчан, стоит ли выкладывать этот видос на канал, потому что, ну, сейчас я рассчитываю, что, ой, как все быстро получается. Мне кажется, а, так мне и дамага-то не наносят. Я думал, там будет что-то прям такое жесткое. Так это мне нужно было вообще ультра слабое что-то надевать.
Вот, посмотрим, что скажут бустовчане. Если они, как бы, скажут, выложи на канал тоже, то выложу на канал тоже. Вот, изначально, как бы, планировался как уникальный контент для них этот эпизод. Вот, но мы посмотрим, друзья. Все-таки олды на канале, они тоже заставали это сражение, прохождение третьей главы, бомбежку на Бола. Но сейчас он проходится абсолютно легко, и можно со спокойной душой просто его избивать. Вот, потому что раньше с прокачками было намного тяжелее, потому что, ну, раньше и марафонов столько не было, и возможностей столько не было играть именно на хороших прокачках. А сейчас, начиная с самого начала игры, ты можешь спокойно прокачиваться без проблем. Первая глава туговато идет, вторая глава идет чуть полегче, но к третьей главе, говорю, тебе выдается сет, вот этот вот, но мне этот выдавался в подарок, просто, ну, как подарок. Вот, и все, и я радостный, вот, накидываю товарищу Боло, которого когда-то я проходил больше 120 минут, вот, который меня просто, начал, да, ты начал, ладно, но это потому, что я без шлема, если мне шлем сейчас надеть, то все будет, как говорится, хорошо, но он начал, ладно, когда он лужу свою делает, он сразу доволен, у него лицо меняется. Он сразу начинает, короче, офигевать. Так, ну мои теневухи тут ничего не дают. У меня ноги в основном дают. Тут даже не столько оружие уже дает, сколько дают ноги. Вот, потому что, ну, они дают прям. В нос давай ему, вот так. Как бы на невозможном уровне он стоял. Вот, не знаю, если бы я снял броню, скорее всего, мой дамаг бы был уже никаким. Вот тут уже, как говорится... прочувствовать ту красотень, которую... анальную красотень, которую я испытывал именно, когда только-только-только мы впервые увидели третью главу, тут уже не получится испытать, по крайней мере, у меня сейчас не получилось. Вот, да, он мне отнял раунд, но, ребята, но я был в луже и без шлема, ну, естественно, в голову проходит хороший дэмэдж ко мне. Вот, поэтому было понятно. Это реклама, да? Да. Насколько я понимаю... Игроки, которые олды, у них не показывается реклама. Соответственно, у них и цены бешеные. Это нифига не от региона зависит. Нифига не от региона. Я нахожусь в том же регионе, я нахожусь у себя дома. У меня есть два аккаунта, этот и мой основной. И на них я в одном регионе все это время находился. В одном регионе находился. На большом, на основном аккаунте у меня конские цены... А на этом аккаунте у меня низкие цены. Хорошие, нормальные, адекватные цены. Поэтому все дело совсем не в региональности, ребята, а просто в том, что, скорее всего, как я подозреваю, старые олды, они не смотрят рекламу, но у них бешеные цены. А эти люди, которые новые игроки, создали аккаунты позднее, они смотрят рекламу, но покупают за адекватные деньги. Поэтому... Я готов на основном аккаунте смотреть рекламу, чтобы она иногда выскакивала, но чтобы там были адекватные цены, разработчики, пожалуйста, сделайте что-то, но это же нереально. То же самое с Shadow Fight Arena. Я посмотрел, я помониторил всю эту ситуацию, и у меня просто реально вот возникла вот в голове мысля, ну зачем делать такую помойку и так нечестно обращаться с другими игроками? Вот здесь я принимаю сторону действительно игроков, потому что, ну камон, ребята, вы чё? Вы чё? Люди переплачивают, живут в одном месте, имеют два аккаунта, олдовый и новый, и на новом они имеют донаты меньше, чем на основе. Основу, которую качали несколько лет, и там бешеные суммы просто. Я вообще, у меня просто не укладывается в голове вот эта вот вся история. Ну что ж, всем спасибо за просмотр. Вот такой вот получился видос, полуностальгический, полуразговорный, но нужно было выговориться, потому что, ну это реально, ну это же жесть. Вот, поэтому я считаю, что это несправедливо, и аккаунты алды, вообще, аккаунты алды это те самые люди, которые стояли у истоков Shadow Fight. И обходиться с ними так, я считаю, это хрень полная. Все, всем спасибо, всем пока.